Hey guys, в мишенке мы продолжаем проходить игру под названием Outlast 2. Так, ну что, в принципе, довольно все идет более-менее нормально. Как вы видите, скриптованная игра, да, ощущается и видно. Но, в принципе, как вариант, сбежать, если ты знаешь, как кто ходит. В принципе, я думаю, сбежать сложностей никаких не создает. Так, мы прибыли в какую-то школу, что ли. Бля, она еще жива. Кристин, прежде чем ты отправишься искать типа, его повсюду или кричать на меня за то, что я его потерял, я хочу сказать, что отвез все жидкости из винограда в церковь на праздник, который, как сказал Пол, задумал папа. Я знаю, что мы не улучшим ситуацию, скрыв вкус в воде, но люди это переживут, я надеюсь. Не отдавайся им причастие, так как оно необходимо для службы. Думаю, мы сможем обойтись без нашего жидкости из винограда до следующего раза, Мейкон. Так, ну да, записки, как вы видите, все-таки где-то еще потерял. А найти. Где их можно вообще все найти? О, будьте осторожны, глазки с тем, Джессика. Джессика? Я сошел с ума? Ну, по сути, там, где светит, туда мне нужно идти. По сути, мне туда. Я могу сюда заглянуть. И нам сюда еще есть вариант. Окей. Вау, нахера я сюда полез? Спрашивается. Мне все равно. Я не знаю, где она. Нужно было не лезть сюда. Кто идет? Так не говорите, что сейчас здесь буду еще по кругу бегать. Так, ну как я понимаю, мне туда, значит. Фу, ебать, я подумал, у меня в реальности этот звук такой стрёмный. Ладно, лучше сделать общий звук. Фрути-фрутики. Надеюсь, мне показалось, что там что-то пробежало. Фруктики, фруктики. Так, записка почему-то, которая не читается. Так, обязательно мне шкатулку брать? Походу обязательно. Я просто понимаю то, что я, наверное, зря все-таки пошел сразу к колодцу. Ведь я мог сначала изучить местность. Там было сколько? 3 двери. Одна подсвечена, 2 темные.
Жду с Кримаком. Блин, почему он не может прочесть? Ну, кому хочется, вот, вам еще текстики. Ладно, сделай вид, что ты спрятался. Ладно, я допрятался. Мне ж обратно в класс. В смысле? Так, для чего? Найс, скрипты. Джессика. Какая-то школа. Возможно, это, знаете, типа сиротский приют. Что-то типа такого. То, что я смотрю, здесь тоже везде молитвенные эти. Как они называются? Ой, забейте. Плевать. О боже. Джесс. Черт. Как я понимаю, лучший вариант это подойти тоже к ним. Я вас понял. А, не знаю, я заблудился. Найс, найс выход, найс выход. Хорош, хорош чел, хорош. Ну и я по сути правильно бежал, я понял, что мне бежать сюда. А, тут дверь открыта. Да ладно, блядь. Он в натуре за мной ползет. Вот это что-то новенькое.
Так, бежим тогда. Сюда. Угадайте, кто умница. Сори, ребят, я заблудился. Лох. Ее нечисть должна сгореть. Хорошо. Хорошо. Мандай себя запутался. Там я видел батарейку, кстати. Видите, то есть зря в натуре, походу, сразу в его галюники пошел. О, а сейчас я понял то, что у нас всего лишь остался один бинт. Не очень хорошо. А что я должен был делать? Привет. А смысл? Пусть убивает. Сейчас придумаем. Я не знаю просто, окей, тут сохранилось, а дальше что я должен был делать? Я должен был дверь как-то выбить, что ли, чтобы он упал, и я успел пробежать. Меня бесят ихние скрипты сраные. Я просто думаю, а смысл, если тут выхода нету? По времени мне тут много дается.
Теперь он меня бесит. Он видит то, что дверь открыта, он идет к открытой двери. Ну тогда сейчас вылезем с кровати и сразу... будем убегать. Если он сейчас сразу в бок пойдет, я сразу побегу. Мне плевать, я убегаю. Думаю, тут происходит магия. Стулья для публики. Я видел ее только потом. Я не мог. Я типа женщина. Понимаю. Она на меня не напрыгнет. Блять, что это такое? Дерьмо. Здесь веселят и сбрасывают. Подожди, там детские трупы и взрослые. Господь знает, что я сделал. И О заставляет меня смотреть на это, когда я слаб и испуган. Не моя вина, что Уида и Уда не имел плавателя в том, что он чувствовал ко мне плоть. Я бы спас его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, Боже. Но, пожалуйста, перестань мучать меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет. Прими мою смерть как покаяние, ведь я ношу ребенка папы Нота, и у меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знала. Ребенок в моей утробе определенный дьявол. Об этом можно судить по являющимся мне кошмарами и мучениями. Я твоя. Блин, можно как-то камеру быстрее выключать? Интересно. Так, игра сохранена, ждем next нападений. Угу.
Какого черта? Я не знаю дороги, но я буду просто бежать. Да, вы задолбали. И главное, замечу, это намного страшнее, когда за тобой еще плюс ползут. Чуть не проткнули. Что было? Может, мне просто кнопку... Хотя нет. Возможно, я должен управлять тоже. Я не понял прикола с... сарайчиком. Так, вроде бы все тихо. Так, да, только фонарика не хватает. О! Это нужно, потому что у меня всего лишь одни. Опа, записка. Так, бумага на золото на использование для других нужд, кроме... переписывание проповеди нотам. Нужно получить разрешение священника. Кража или порча бумаги будет караться кровавыми наказаниями. Это очень странно, как это все дело работает. Походу его покарали. What the fuck? Am
Я тронулся? А, подожди. Блядь, подожди. На пути в рай. Боже. До кого как они убили детей? Должно быть, ты любила меня. Что я делаю? Любила меня, то есть это твоя преподавательница? Самое странное то, что враги замечают тебя, когда ты в полной темноте. И они знают, во-первых, где ты находишься. И они еще именно к тебе летят напрямую. Так, я вижу в окно, в котором мне нужно прыгнуть. Так, цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. Запомнить. В раю нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучше. Привлечь, изучить. Кит спас Иона от утопления. Иисус в пустыне. Сатаной. Авраам убил Исаака в сердце. Проект. Жребий ангелов, кто будет врагом. Найс, игры. Ребят, кто будет сегодня у нас врагом? Вот он. Давайте его все заколем ножом. Блять. А поосторожнее, как я понимаю, никак, да? Мамочка, мисс Карла сказала, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать. Но она не сказала, что нельзя писать. Пожалуйста, не... Давай ему убить меня. Я люблю тебя и... Тебя и папочку. Джулиана. Вы гоните? У меня... Лечиться, допустим, нечем. К примеру. Как мне туда добраться? Черт, забор. Можно туда вскарабкаться? Нужно только что-то использовать. Но я же догадываюсь, что... Ну, давайте попробуем. Если на меня вдруг нападут, то у нас охранение было. Ладно, знаете, я, наверное, лучше все-таки отхилюсь. Так, а чего я вообще добился? Хорошо, здесь я нашел ништяки.
Так, глава 10. Затем Бог показал мне работу, которую нужно выковать на наковальне храма врат. Клинок, заточенный так, чтобы перерезать глотки паукоглазому агнцу. И собрал я ученых моих с земли Аль-Баркура, его города святой веры и среди бесельных сторонников апокалипсиса в Лос-Амалос. Все время преследовали нас мытари и сборщики налогов. Затравлены мы были и измучены, и блуждали стадом по пустой земле, и племя наше увеличивало, продвигалось все дальше. Господь дал и Зикилю больше жен, чем братьев, хотя я никогда не отвергу ни вора, ни блудницу, ни насильника, ни наркомана, ни убийцу, ни педофила, ни калеку. И попросил у Господа совета в искушении многих жен и голоса крепкого вина, сказал: «Не познай ни Авраама, ни Иакова, ни Давида, ни Соломона. Велено тебе делать женщину соперницей сестре ее, не раскрывая наготу одной, пока жива другая. Также велела тебе не давать дочерней своих соперниц матерей их, пока не созреют они или пока не старшая жива. И от жен и дочерей твоих появляются великие войны в покрывалах с кадящим оружием. И дело в твои будет приумножено. Дело детей от легиона женщин, и детей от этих детей, и от тех детей, пока не станет нацией род твой. Ибо из нации твоей появляется враг». Так, а хотя бы бинтик халявный нашел. Мыши плюс. Мне сюда? Так, господи, мне искренне жаль за оскорбление пророка, а я ненавижу эти грехи, потому что я обижаю тебя, слово Господа моего, заслуживающее моей любви. Я заслуживаю наказания и дорожу им, и прошу еще, пока не заслужу твоей милости и милости пророка на нота, чтобы больше не грешить. Так, ну вроде больше ничего не пропускал, значит, я правильно все делаю. Вроде бы. Сейчас, походу, я буду скакать между тележкой и дыркой, да? Это что, у меня дурное предчувствие? Что за мной здесь будут гнаться? Как вариант, а ну, сразу проверю. Сюда не сбежать. Ну да, то есть у меня будет два варианта. Либо сюда и на обход пробегать. Вот так, оп-оп-оп. И толкать дальше. Пока.
Если она сюда идет, значит я убегу как раз. Выбегу. Протолкаю до конца телегу и все. Ну и где она? А вот она. По сути, мне должно хватить. Идеально. Кто молодец, я молодец. Так, отсюда свет идет. Фу. 17 июня. Расскажи мне больше, дай мне больше. У тебя тысячи имен, а я еще знаю ни одного. Я знаю, это не Бог. Я знаю, это не я. Хви и не из Никин. И не собака привязана к этому раздутому от газов трупу, распухнувшему от жара, от собственного дерьма и гниющего органов. Доставь мне удовольствие. Пойми меня и сними с меня кожу. Сожги меня и приласкай. Я плева, жаждущая проникновения. Возбудись от моего страха, пусть мой страх возбудит твой аппетит. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Скажи мне, чего ты хочешь. Скажи мне свое имя, и я твой. Знаете, секретное место нашел. Так, ну что, в принципе, думаю, на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... Вот так. И всем пока.